Здравствуйте! В эфире программа «Страна Росатом». Далее расскажем о последних событиях атомной отрасли. Росатом завершил загрузку МОКС-топлива в реактор энергоблока номер 4 Белоярская АЭС. Впервые в истории быстрый реактор на 100% загружен специальным топливом. Это большой шаг навстречу энергетике будущего. МОКС-топливо состоит из оксида плутония, наработанного в энергетических реакторах, и оксида обедненного урана, который получают путем переработки вторичных хвостов обогатительного производства. Переход на МОКС-топливо позволяет использовать повторно, после переработки, отработавшее ядерное топливо вместо его хранения, а также вовлечь в ядерный топливный цикл и утилизировать накопленные на складах запасы обедненного урана. Это важный этап в развитии энергетики на быстрых нейтронах и атомной энергетики в целом и переходу на замкнутый топливный цикл. Таким образом, эксплуатация быстрых реакторов на новом МОКС-топливе позволит резко снизить объемы отходов и обеспечит атомную энергетику топливом на тысячи лет вперед. Ледокол знаний вернулся с Северного полюса. Там побывали 70 талантливых школьников со всей страны. Экспедиция в Арктику проводится в рамках проекта Росатома Homo Science. В дальнее путешествие отправляются учащиеся школ. Это победители всероссийских конкурсов и различных викторин. Ребята провели на ледоколе 10 дней, познакомились с красотами Арктики и увидели белых медведей. Только сейчас мне наконец-то осознал, что где я? Боже, море кругом, везде, до горизонта, земли не видно. Медведи, моржи. Для меня каждый день на ледоколе становится открытием. Очень круто. У меня столько эмоций, как бы я не могу собрать их пока в кучу, но мне определенно нравится. Это очень классный опыт. На маяке продолжаются выводы из эксплуатации объектов ядерного наследия. Утилизация таких объектов – одна из задач федеральной программы по обеспечению ядерной и радиационной безопасности. В этот раз ликвидировали вентиляционный центр на реакторном заводе. Он был снесен до основания всего за 7 дней. Огромный кран на гусеничном ходу со стрелой в 30 метров быстро, методично и профессионально выполнил свою работу. Гидравлические ножницы на конце стрелы словно бумагу резали металлические конструкции и железобетонные блоки здания. Новая специализированная техника собственности маяка увеличила скорость работы в десятки раз. Демонтаж выполняется специализированной техникой, многофункциональный разрушитель, значит, специально для высотных объектов. В этом году как бы вошел в строй в помощь там другой специальной техники. Вентиляционный центр на реакторном заводе был построен в конце 80-х годов прошлого века. Он обеспечивал подпоры воздуха реакторного здания. Теперь после сноса осталось только вывести строительный мусор на специализированный полигон маяка, реабилитировать территорию и подвести итоги проделанной работы. На «Атоммаше» приступили к сварке замыкающего шва на корпусе реактора для строящегося энергоблока индийской АЭС «Куданкулам». Перед этим специалистам необходимо состыковать два полукорпуса с точностью до миллиметра. Перемещение оборудования сравнивают с ювелирной работой. Тонкости в каждом проекте в воздухе сотни тонн. Предварительно готовится страповка, зачастую изделие переводят из вертикального в горизонтальное положение. Все тщательно проверяется и только потом начинают действовать. Данной заготовки днище намного тяжелее. Центр масс смещенный, поэтому необходимо было четко, соответственно, поднять груз для последующей стыковки в горизонтальном положении. Изделие необходимо потихоньку подводить, чтобы не забить кромку под сварку. После сборки специалисты будут заваривать корневой шов 10 дней при непрерывном подогреве в зоне сварного шва. Затем изделие нагреют до 300 градусов и с помощью крана переместят в печь на термообработку. Реактор будет проходить еще множество испытаний. Это рентгенографическое испытание, капиллярный контроль, ультразвуковой контроль. И самая главная операция – это гидравлические испытания. Very important for Russia also to
Мы очень рассчитываем на серийную поставку из России, но прежде всего мы обращаем внимание на качество этой продукции. Конечно, это очень важно для нас, учитывая, что Индия вложила приличное количество средств в импорт из России. Далее краткий видеообзор других новостей Росатома. «Атоммаш» отгрузил верхний блок реакторной установки для Курской АЭС-2. Блок включает в себя крышку реактора с патрубками и металлоконструкциями. Доставка на строительную площадку проводится специальным автотранспортом. А в это время на Курской АЭС-2 монтируют кровлю здания турбины второго энергоблока. Первый блок фермы массой 143 тонны уже установлен. Работы по монтажу кровли будут закончены в сентябре этого года. Майя, дай еще Майя. Стоп. В Северске стартовала всероссийская студенческая стройка «Мирный атом. Прорыв». В строительстве быстрого реактора «Брест-300» со свинцовым теплоносителем примут участие 275 юношей и девушек. Петрозаводск «МАШ» приступил к гидроиспытаниям емкости системы пассивного залива активной зоны для второго энергоблока АЭС «Рупур» в Бангладеш. Гидравлические испытания – одна из важных финальных проверок оборудования. Подмосковный завод «ЗИО» Подольск отгрузил вторую реакторную установку для атомного ледокола «Якутия». Реактор «Ритм-200» отправили по железной дороге до Санкт-Петербурга. Там его перегрузят на специальную баржу и доставят наверх. Онкопатруль проверил здоровье работников Нововоронежской АЭС. Для этого в Атомград приехали ведущие врачи Минздрава России. Вначале медики подробно рассказали о необходимости и важности прохождения скрининга и правильном заборе материала на анализ. После этого работники станции получили пробирки для проведения необходимых исследований. С целью раннего выявления и последующей профилактики возможного развития новообразований мы реализуем данный проект на Нововоронежской атомной станции. В Москве завершилась церемония награждения «Человек года Росатома-2021». Цель этого конкурса – признание достижений лучших работников отрасли. И происходит это на самом высоком уровне руководства госкорпорации. В этом году церемония прошла в Московском международном доме музыки, где развернулось настоящее шоу. Лауреаты и победители премии «Человек года» входят в зал, где пройдет торжественная церемония по красной дорожке, как кинозвезды. Они и есть звезды, самые лучшие в своей профессии. Я просто звезда. Очень классно. Все очень красиво, очень здорово, очень прекрасное настроение. Волнительно, очень волнительно. Спасибо. Сколько лет шли к своей победе? С учетом того, что у меня сейчас очень много, лет 35. Поздравляем вас! Спасибо. Конечно, как звезда, попасть сюда – это уже большая радость и очень волнительно. Но я думаю, что сегодня такой прекрасный солнечный день, что, в принципе, все останутся довольны. В этом году на конкурс были поданы рекордные 2855 заявок. Число финалистов – 444. Поэтому церемония награждения проходила почти 6 часов. Сдержанные на сцене, за кулисами победители своих эмоций не сдерживали. До самого последнего момента это интрига. Мы, конечно, очень хотели. Мы там положили на наш проект там многие годы, нервы, некоторые товарищи и бессонные ночи проводили. Кто-то посидел, да. Да, кто-то посидел, очень сильно волновались и думали, неужели третья? Ну нет, все-таки мы первая. Я горд, наконец-то за 30 лет что-то получилось. Эмоции переполняют, аж ключом бьет. Отлично все. У нас вообще супер эмоции, мы с КВМ «Африканты» вдвоем победили в разных номинациях. Это очень круто. Я стала человеком года за то, что внедряла российское топливо на международных проектах и за создание цифровых двойников для объектов транспортного назначения. По традиции победителей поздравляли самые лучшие и любимые артисты. Поздравляю всех победителей номинаций, желаю процветания, здоровья, исполнения всего задуманного, хорошего настроения. Будьте оптимистами, в жизни все будет хорошо. Всех, кто заслужил своим трудом достойное
внимание и уважение своих коллег. Поздравляю вас. Когда мне показывают наши новые атомные электростанции, когда показывают новые ледоколы, это мощь. Мы большая страна, страна великая. А у великой страны должны быть великие цели. И вот атомная промышленность – это как раз великое производство. На этом я с вами прощаюсь до 15 августа. Наша программа уходит в отпуск. Желаем вам солнечного лета и до встречи!